Добрый день, меня зовут Вячеслав Корсунов, территориальный менеджер по поддержке клиентов компании John Deere. Сегодня я хотел бы познакомить вас с машиной R4050i, самоходный опрыскиватель производства Хорст, Голландия. Это новая машина на рынке, она представлена с карбоновой штангой, которую вы можете видеть, 36 метров. Отличительной особенностью данной машины является то, что карбоновая штанга позволяет увеличить набаг и тем самым повысить производительность. Рад представить первую машину, которая зашла в нашу область, ну, насколько я слышал, и в Россию тоже, с карбоновой штангой. Данный опрыскиватель приобрел КФХ «Стародубцев». Это наш старый партнер. Более 10 лет с ним сотрудничаем. У него очень много самоходной техники John Deere. Это третий опрыскиватель самоходный, который он приобретает. Та модификация опрыскивателя, которая позволит сохранить производительность, как у старших моделей John Deere, но при этом она значительно дешевле и экономичнее. При выборе данного опрыскивателя для клиента очень важно было соблюсти колею 1,80 м, чтобы она совпадала с прицепными опрыскивателями, которые есть в хозяйстве. Она сделана на базе не 9-литрового мотора, а 6,8-литровый мотор. Значит, для этой машины этого достаточно. То за счет карбоновой штанги очень сильно снизился вес самой машины. То есть это меньше рама и так далее. Сама штанга гораздо легче. Вот. Но в то же время она более устойчивая, в 6 раз более надежнее, чем стальная штанга. Карбоновая штанга на этой модели позволяет достигать именно рабочей скорости в поле до 30 км в час, рекомендованной заводом-производителем. То есть, ну, это значительное преимущество для самоходного именно опрыскивателя. Еще есть некоторые факторы, которые повлияли положительно, это наличие в этой модели своего центробежного насоса для закачки бака 1200 литров в минуту. То есть бак заправляется в течение 5 минут максимально. Раньше и на других сериях, значит, опрыскивателей самоходных в среднем 20 минут работает опрыскиватель и 20 минут заправляется. Здесь уже гораздо больше времени будет тратиться на работу и меньше на заправку. Кроме этого, есть ряд преимуществ, связанных с технической готовностью ее и возможностью быстро выйти в поле. Первый момент – это то, что карбоновая штанга исключает какую-то систему смазки. Она готова постоянно и технического обслуживания не требует. Второй момент – это то, что все калибровки основные и критичные сделаны уже на заводе, поэтому не требуется каких-то дополнительных усилий или калибровок, которые замедляют или останавливают процесс работы машины. Третий момент – это то, что все машины проверяются на наличие или отсутствие утечек, гидравлики, технических жидкостей. Поэтому вы можете быть спокойны, то, что эта машина приходит уже к дилеру, готовая к работе. Ну и четвертое – это, наверное, то, что машина, она инспектируется дилером компании John Deere. Согласно регламенту, инспекционный лист прикладывается. Вы можете также с этим листом ознакомиться в ходе проведения предпродажной подготовки. Предпродажная подготовка машины проводится согласно перечню инспекций, которые выпускаются заводом-изготовителем и проводятся силами официальных дилеров компании John Deere. Также эти инспекции посещаются сотрудниками компании John Deere для того, чтобы убедиться, что качество проведенных работ максимально, и это позволяет передавать машины полностью готовые к работе.